World of Tanks вышел в релиз в версии 0.5.3. Мало кто помнит, как тогда выглядела игра. Графика постоянно совершенствовалась, и к обновлению 7.4 стало заметно лучше. Впрочем, карты все еще оставались темными. Ландшафт радовал исключительно равнинами и разной высоты горами. Следующий этап развития начался после выхода обновления 8.0. Изменения коснулись как графики, так и игровой механики. Благодаря новому рендеру улучшились освещение, тени и отражение. Цвета стали насыщенными, и карты сильно преобразились. Появилось много живописных мест, пейзажи стали интереснее. Но такая гамма была исторически недостоверна. Игра не могла оставаться такой. Тем не менее, переход на современный тип рендера открыл путь для дальнейшего развития графической части. Главной целью стало стремление к естественным цветам и освещению. И благодаря новым технологиям игра успешно продвинулась в этом направлении. Очередной шаг сделан в обновлении 8.10. Одно из главных нововведений — изменение системы расчета освещения. Те же самые пейзажи выглядят гораздо убедительнее. Разница с более ранними версиями очевидна. Атмосферные явления стали еще реалистичнее. Теперь туман скапливается в низинах, а дымка разряжается с набором высоты и рассеивает солнечный свет. Особенно красиво это выглядит при вечернем освещении. Теперь закаты World of Tanks — это что-то особенное. Вместе с атмосферой преобразилось и солнце, оно выглядит как настоящее. Было сделано еще несколько важных дополнений, которые серьезно улучшили изображение. Это блум-эффект, легкий ветер, движущиеся тени от облаков, эффект размытия заднего плана при движении камеры. В длинном ряду усовершенствований есть одно необычное нововведение. Это эффекты кинопленки. Игрок может менять цветовую схему в игре по своему вкусу, выбирая из списка вариантов стилизации. На этом развитие графической части World of Tanks не заканчивается. Движение к более реалистичной атмосфере в игре будет идти и дальше.